починаємо. Перший раунд. Итак, первый раунд поединка за титул интернационального чемпиона за версией VMM. Си Евген Вулпе, Молдова, Кишинев, Олег Хачатуров, Украина, Кам'янець-Подільський. Олег, какие сильные стороны нужно отметить у Олега Хачатурова? Ну, Олег Хачатуров, парень, который подготовлен разнообразно и в партере, и в борьбе. Он вот сейчас принял решение пойти сразу вниз и показать, наверное, одну из своих сильных сторон. Работу внизу. Наверное, он нас услышал, нас, да? Удается встать, да. Молдаванин, видимо, да. Да, сумел встать. Довольно так неожиданно и быстро довольно это сделал. Опять пытается. И снова бойцы уже на ногах. Прижимает к сетке гостя из Молдавии наш боец. Использует сетку, прижимает. Посмотрим, наверное, сейчас будет еще одна попытка перевести соперника в партер. Ну вот, а получилось немножко по-другому. Но будем надеяться, что Олег сейчас выпутается из этой ситуации. Пытается перевернуть соперника на спину. За голову рукой, да. Да, такой. Правильно советуют. Да, здесь тоже так не совсем все просто. Такая довольно ситуация, которую, по-моему, сегодня еще не видели. Хотя вроде просмотрели уже 10 поединков, но... Да, тут интересно, чем... Тут и не скажешь, что бойцы ведут себя пассивно. Да. Молдаванин пытается захватить голову нашего бойца, но Хачатуров пока что да. Пытается Хачатуров сейчас перевернуть. Но ничего, не выходит. Встал на ноги наш боец и уже из тяжелейшего положения вышел. Я даже ничего не хотел говорить, потому что просто ждали, чем это закончится, да? Сложнейшая, да. Ситуация, конечно, опаснейшая была только что у Олега. Могло все закончиться гораздо хуже, чем получилось, да? Ну, сейчас перевел партер. Освободил свою голову. И вот сейчас уже Хачатуров отыгрывается, скажем так, камбэк. Пока не с Подольска. Пассивная защита, да, у Молдаванина. То есть нужно... Да, пока что Хачатуров пытается разбить эту пассивную защиту. Но времени еще довольно много в первом раунде для того, чтобы закончить бой в первом раунде. Я думаю, вылаживаться не стоит. Но с другой стороны, одна рука заблокирована и молоток левый использует сейчас Хачатуров. Ну, крепкая голова у Вулпе. Пока что
Хачатуров освободил руку опять. И закончился первый раунд. Но где-то молдаване сейчас повезло, немножко уже закончился раунд. Так, второй раунд. Напомню, регламент этого поединка, как и предыдущего, 3 раунда по 5 минут. Удар с разворота демонстрирует Олег. Сейчас. Заблокировали сейчас друг друга, но... Так, молдаване довольно смело идет вперед. Особо не тушуется, что он в гостях. Которого подавливает, подавливает, но пока что особо активное действие не переходит. Вулф, в свою очередь, также не рискует, но... Вот сейчас хороший прошел удар и... Попал и тут же прижал к сетке своего соперника. Посмотрим, что будет дальше. Да, перевел Спартер. Сейчас пытается Хачатуров раскрыть соперника, начать расстрел. Привычная позиция сейчас для Олега. Последний свой бой, который он провел за титул. Буквально месяц назад как раз он фактически полбоя в этой позиции провел. Ну вот сейчас начинает выбирать момент для нанесения ударов. Ну сейчас, конечно... Вулпу не позавидуешь. В тяжелой он сейчас ситуации находится. И тут может... Да, сейчас, наверное, начнет расстреливать. Пока что молдаване держится, но судья уже присматривается. Пытается разбить оборону соперника Хачатуров. Пассивно защищается Вулпе. Да, сейчас ему. Чередует удары по корпусу, по голове Олег. Сейчас может все закончиться. Если... Арбитр пока что бой не останавливает. Соответственно... Хачатуров продолжает наносить удары. Ну, посмотрим. Ничего не меняет пока что в бою Хачатуров. Захватил ногу Вулпе. Непонятно, что хочет сделать. То ли пойти на болевой. То ли добить. То ли добить. Да. Как по мне, то напрашивается решение добивать. Но вроде так и решил Хачатуров. Но удастся ли? Молдаване такой очень стойкий боец. Да, стойкий. Так просто не сдается. Времени уже до окончания раунда не так много остается, поэтому... Хочу сказать пару слов про Олега, пока это происходит. Тяжелейшая ситуация для молдаванина. Действительно, Олег первый чемпион Европы по смешанным единоборствам в Украине. Вице-чемпион мира. Сам с Луганской области, когда начались все события, то есть уехал. Затем решил продолжать свою карьеру в Украине. Сейчас вернулся и живет в Кам'янці-Подільському, тренируется у моей клабгуны Юрия Евгеньевича Нестеровского. Вот наша первая звезда украинского ММА. Сейчас уверенно побеждает в бою за пояс.
Мне кажется, пора уже останавливать будет, потому что уже все. Все. Остановил бой. Остановил бой совершенно верно. Технический нокаут, там официальная версия. Ну, действительно, правда, мы видели с вами сегодня победу нокаутом. Так, Хачатуров получает золотую медаль, пояс чемпиона. Итак, в вашей области Евген Волт из Молдовы, из места Кишинев. Это хорошее дополнение. Каменец, всем привет, доброй ночи. Сейчас Олег Хачатуров обращается к своим болельщикам. Что вы болеете за нас. Спасибо. Мне очень приятно за то, что вы остались, поддержали меня. Это победа наша общая. Хочу поблагодарить тренера моего клуба Гуна Нестеровского Юрия Евгеньевича, которого дает мне возможность тренироваться, выступать, продолжать свою карьеру. Также огромное спасибо тренеру Андрею Левицкому, который также мне готовил к этому бою. Спасибо большое МММА Проекрейн организации, которая предоставляет мне бои. Спасибо ребятам из Молдовы. Евгений, спасибо вам за то, что вы приехали. Похлопайте, пожалуйста, соперники. Спасибо большое. Ребята, это второй пояс. Я не остановлюсь. Все заберу. Даст Бог. Будем тренироваться. Спасибо вам всем. Это наша победа.